А Маринка листья собирает. А я хотела сделать вот так. Сегодня был дождь, они упадут каким-нибудь этим пирожком. Да. Всем привет. С вами Марина и Александр. Давно что-то мы с вами уже не виделись, не общались. У нас наступила очень красивая золотая осень. Многие наши друзья-подписчики скидывают видео про свои заснеженные города. И в такой момент особенно радуешься, что у нас все еще золотая осень. Ну да, красивые листики. Пойдемте погуляем маленько. Давайте. Люблю эти места. Здесь какие-то необычные все дома. Вот буквально вот этот особнячок был года два назад просто разрушенный. Ну как разрушен, без окон, без двери, полно горницы людей. Сейчас кто-то здесь будет хорошо жить. Да? Не знаю, мне кажется, это все один и тот же особняк, и говорят, что его восстанавливает фонд Людмилы Путина. Это не он? Не знаю. Мне кажется, все-таки кто-то будет там жить. Ну, кто его знает. Сейчас с Мариной приезжали такие дома, Марина говорит, не может быть, чтобы такие дома. Это должны быть какие-то музеи, административные здания. Да, да, это частные просто лица какие-то проживают в особняках таких царских. Это не особняк, это имение. 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 Семейство Макалистера. У нас уже немножко вечереет, почти 5 часов вечера. Ну, что поделать, пока входили в струю, как говорится, работали в основном. День быстро проходит. Световой день сократился, в 6 часов уже темно. Пойдем на ту сторону. Пойдем. Солнышко, ой, как вкусно пахнет кофе. Хочешь кофе? Не знаю, нет пока. Кофе, а на горячий макс будешь? Не будешь? Нет. Что-то всех это птиц разогнали. Особенно голубей. Помнишь, сколько было? У нас все еще 12 градусов тепла. Пару дней назад было даже 17. И вы знаете, очень повезло. Это же была неделя детских каникул. Погода была хорошая. Дождей было очень мало, было очень тепло. И даже несколько дней было таких достаточно солнечных. Слушайте, ну маленько порадуйтесь за нас, что у нас такая зима. Еще не зима. Еще только ноябрь. Ноябрь, это уже зимний месяц или нет? Нет. Смотря где. А что снег везде лежит в России? Сегодня, кстати, 4 ноября. Все, кто отмечает этот непонятный праздник, с праздником. Все, кто отмечает 7 ноября, тоже с праздником наступающим, значит, да? Да, с наступающим праздником. Да. А те, кто отмечает непонятный праздник, тоже с праздником? А, Маринка? Так и есть. Не знаю, события у нас особо что-то в Калининграде, ничего не происходит такого, прям чтобы заявить. Сейчас вот здесь я попробую поставить ролик. Как выгуливают собаку у нас на Северной горе. А, это для того, чтобы у вас поднялось настроение. Бля, хоть вот ебался. Для того, чтобы у вас поднялось настроение. Да, ну а что? Мы подсмотрели. Скучно все, скучно. Подсмотрели в соцсетях, расскажу вам, для тех, кому лень выйти на улицу с собачкой, каким способом можно ее прогуливать. Выкинуть ее из окна, а потом парашютом собирать. Смотрите, какие красивые у нас хамелеоны. Марин, хотела листья побрасывать? Я хотела, чтобы они парили, а они тяжелые. Послушайте. Вот парят, бери. Покажи. А трава-то зеленая-зеленая. Да, видите, как все зеленое. Вот буквально еще в начале недели у нас листва вся была на деревьях, и прям вот пик был так желтый, красный, да. И прям бордовый, оранжевый, город был прям вот разноцветный, да, яркий, потому что, ну, в основном, конечно, все лето зелени очень много, а тут прям вот красотень была яркая.
А сейчас несколько было дождливых и ветреных дней, поэтому прям деревья оголились хорошо, да? Нифига себе, листики, да, такие. Ух, здоровенные. Кстати, над Калининградом, ты знаешь, что пройдет не только дождь обычно, а еще золотой дождь нам пообещали. Буквально 1 ноября, несколько дней назад, президент России пообещал огромные субсидии Калининградской области. Пообещал. Да. Я смотрю, в последнее время у нас господин президент что-то много чего пытается сделать перед выборами. Ну, наша администрация захлопала в ладоши, говорят, ура, наконец-то будут федеральные какие-то субсидии, в том числе на паромные перевозки, на компенсацию цен, например, да, на те же продукты или какие-то товары, на благоустройство. Все, наверное, слышали новость, что в районе Поваровки теперь у нас будет Золотая Балтика, то есть это будет огромный комплекс, сколько-то там тысяч гектар туристический. И там будут и гостиницы, и разные зоны отдыха, и ну что только не могут придумать, все будет там. И самое главное, будет огромный бассейн с подогреваемой морской водой круглогодично. Кошмар. Ну, когда это начнется, не знаю, и насколько продолжится. Субсидии сказали раньше 26-го года пока не ждать. Примерно с этого времени. Но главное, ты что будет? Красиво смотришься на закате. Да? Да. Красивый цвет неба. Закаты красивые в Калининграде. И то розовые, то какие-то бордовые, вот то золотистые. С аэропорта они прям вот как краска наложены разноцветно. Акварель. Ну, фотоаппарат, телефон все равно не передает. Просто видишь. Смотри, как объемно, столько листьев. Листья крупные. Ну ничего, хорошо, что в Калининграде листья убирают на зиму. Да. Если обратите внимание, то на том берегу уже просто зеленая трава. А здесь что-то это расслабились. Не добрались еще. Расслабились. Вот видишь граница, вот там зеленая трава уже собрана листья, а здесь еще не успели. Нет, там просто деревня. Это, кстати, очень хорошая привычка, когда собирают листья не весной, после того, как они уже в кашу превращаются, в Калининградской области именно в зиму, перед зимой. Гнилые, да? Да. То есть вот они опали, их собрали, убрали, и потом всю зиму и весну получается у вас зеленая красивая травка. Нет вот этой гнили, запаха прелых листьев. Классно погулять на Верхнем озере. Запах кофейка, листьев. Вкусно, и вообще какого-то. Да. Как-то малолюдно, хотя сегодня суббота. Не знаю. То ли люди уже праздники отмечают, то ли устали. Знаешь, я заметил, что сегодня, как и всегда, очень много людей едут на выходные в Балтиамолл. Странно, да. У нас какая-то одна тусовка теперь. Балтиамолл просто забита парковка, не знаю, там тысячи машин. Тупо хомячит. Думаешь, ну особо там каких-то крутых ресторанов нет. Ну какой красивый. Что люди там делают? Не знаю. Хомячат, да еще. Знаешь, хомячат. А, по поводу недвижимости можно пару слов сказать. Интересная новость. Помните, мы снимали как-то видеоролик, да, квартиры, которые не продаются. Речь шла о ЖК Лидина, которую построил. Забыла, как их называют-то. Восток-то. Мегаполис. Мегаполис. Вот группа господин компаний. Морозов. Да. Они начали продавать, представляете? Вот кто нас спрашивал, поинтересуйтесь. ЖК Лидина выставили на продажу, у них старт продаж. Эти дома построены были очень давно. Еще даже, когда ЖК Восток не был достроен, да? Уже были там дома. Там есть детский сад, они планируют вроде как еще один детский сад и школу, потому что 57-й школы, конечно, недостаточно. Вот, и 12-я, да, там маленькая, или 13-я. Все, на весь огромный микрорайон. Цена за квадратный метр 98 тысяч. Но халява. Странно, вот знаете, то есть держали, не продавали. Пик был уже, да, прошел. И они решили продавать. В чем не логика? Знаю. Кто знает, может, напишите. У них какие-то эти закончились ресурсы? Время ожидания. Не знаю. Знаешь, время ожидания. Немножко они уже, то есть не на пике. Сейчас на самом деле риэлторы Калининграда обеспокоены тем, что большой спад. Особенно сейчас, в осенний период. Раньше было наоборот. Осенью люди активизировались, ну, а сейчас... Спад? Конечно, спад. 20% по ипотеке. Да.
именно из-за этого. Сегодня целый день именно по радио этого обсуждали эту тему, что банки опять хотят возобновить там типа какие-то льготные проценты на первые года ипотеки, то как раньше было, помнишь? Да, было раньше, знаете, даже как было, застройщик первый год или первые два, например, года за вас платил какие-то проценты по ипотеке, ага, лишь здесь... бы вы покупали квартиру. Здесь также. Вот. Ну, здесь, именно из-за того, что да, такие ставки, все, просто тишина, говорят. Замбанков крайне мало, если дело доходит до торга, собственники, если продают даже вторичку, готовы торговаться. Поэтому ждут жесткого падения цен на квартиры. Ага. Что-то нам уже года два рассказывают про какой-то пузырь, который должен лопнуть. Не дождетесь. Еще знаете, какая одна интересная новость? Мы с Сашей вчера тоже это пообсуждали. Калининградскую область стали массово покидать иностранцы. И речь идет о жителях Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана. Ну, потому что курс не совпадает с их невозможностями. Да. То есть рубль упал, и работать за рубли стало невыгодно. Если раньше мигранты отправляли половину из заработанных домой, а зарабатывали так, как они там на двух-трех работах, по 50-80 тысяч, а то сейчас не могут прокормить даже себя. Тем более на фоне того, что поднялись цены на все, и в том числе на аренду квартир. Вот. Остаются те, кто давно здесь живет. В основном это все-таки люди из Азербайджана, которые здесь уже завели семьи и уже считают себя местными. На закат решили прогуляться. Поближе к запаху кофе. Запах кофе и осень. Очень вкусный запах. Только вот здесь чуть-чуть ветерок. Ну и хорошо. Дом скрывал от ветра. Кстати, дорогие друзья, кто собирается к нам на Новый год, уже стоит поторопиться. Во-первых, продажи авиабилетов уже начались, и говорят, что билеты активно раскупаются. Во-вторых, активно бронируется жилье на новогодние праздники, новогодние каникулы. А в-третьих, у нас впервые пройдет двухнедельный фестиваль «Зимние каникулы на Балтике». Вот. Правительство Калининградской области на все это дело выделило почти 26 миллионов рублей. Обещают много интересного. Например, ледовое шоу Ирины Слуцкой. Известные диджеи будут выступать на стадионе «Балтика». Его, кстати, доделали, нет? Неизвестно. Ладно. Нет, там доделают, конечно. Ну, доделают до того времени, да? Ну, там пора уже, скажи мне, тротуаров. Поэт Влад Маленко, оперная певица Дарья Давыдова, показы фильмов, спектакль «Снежная королева» пройдет у нас. Школьников, кстати, активно ведут. Причем большинство мероприятий будет бесплатных, обещают. Так что Ладно. Приезжайте. Да. Ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути-ути. Вот у нас такие красавицы озимые. Знаешь, красавица зима. Уть-уть-уть-уть. И вот тут красавица зима. Да я считаю, чтобы вам еще интересного рассказать. Подводят итоги как бы года. И говорят о том, что в Калининградской области очень сильно за последнее время, ну и за этот год тем более, подорожал, во-первых, цемент за последние несколько месяцев еще на 10%, а в общем говорят на 100%. БУ автомобили и лекарства. Самое, знаете, какое лекарство больше всего подорожало? Аспирин. Слушай, да у нас вообще, мне кажется, все подорожало. Подорожало Я все. Я заметил, что за кофе-то стоят одни индусы. У нас сейчас с индусами какая-то любовь-морковь. Да, правда, индусов в городе стало много. В основном стали, молодежь, да? Бул-центры стали рекламировать это. Плитку из Индии по всему городу. Сейчас стало популярно в Калининграде. Я сегодня уже от нескольких людей слышу, что люди сначала учат английский язык, а потом китайский, например. И уже год, ну, многие учат уже китайский. Короче, Китай взял прям первенство как направление. Вот. Все будет, наверное, китайское. Главное, чтобы названия китайские не были.
Хотя мне больше, наверное, приятнее было польские названия. Ну просто странно, конечно, на другой край вообще материка везти что-то из Китая в Калининградскую область. Что обычно? Когда тут рядом много других соседей. Собирать китайские машины в Европе, а потом отправлять их этой сеткой в Россию. Что? Нормально, да? Будет считаться как собранные в Европе. Да. Еще знаете, что если говорить об иностранцах, то мы вот заметили, что очень много появилось... Кого? Ну, мусульман. Например, Саша недавно снимал, видели, наверное, шорт, где свадьба мусульманская в Зеленоградске. Вообще это были не мусульмане, а армяне. Просто они так активно это все делали красиво. А еще недавно, вот если найдем видео, то можно тоже подставить. У нас вообще на площади Победы, на центральной площади ехал свадебный кортеж. Они просто посередине дороги остановились, перекрыли всем движение, вышли, стали танцевать, петь. Один даже стрелял там из какого-то пневмопистолета. Потом приносили публичные извинения. Какой-то клоунада. Слушай, какая-то. Поясните, может, у кого-то в национальности есть такое, что надо гулять всем сразу? Ну, раньше такого не было в Калининграде, правда, как-то. За 8 лет первый раз такие случаи, да? Сейчас тебе напишут, погодите, еще будет. То ли еще будет. То ли еще будет. Вот так. Так что у нас красота, у нас продолжается осень, у нас тепло. В прошлом году в декабре был очень теплый ноябрь, и на Новый год было 12-15 градусов. В прошлом году в начале декабря выпало сантиметров 10 снега. И мы все сильно расстроились о том, что, ну, блин, на месяц, наверное, он опередил зиму. Чем должен быть, да? Ну, где-то январь, февраль в конце вот. Вот. Так что приезжайте к нам, кто замерз, отдыхать, да, греться. Да, многие еще успевают купнуться. На самом деле климат, правда, изменился. Раньше, вот сколько мы жили, лет 6 точно. Ноябрь был очень холодным месяцем. Снега не было, просто гонял песок, ветер. Деревья были уже голые, прям вот ледяной балтийский ветер. А несколько последних лет красота, ноябрь теплый. Кто-то, наверное, заказывает погоду, чтобы больше приехало к новым людям. Наверное. Это все оплачено. Да. Хорошо, ну тогда ждем вас к нам. С нами. Всем добра. Всем добра, всем пока.